Всем огромный-огромный привет! Я получила сумочку от Kenzo Takada, от Avon, соответственно, и хочу вам сегодня о ней рассказать. Сразу же скажу, что мне сумка понравилась, замечательно выполнена она во всех отношениях. Давайте будем разглядывать ее более подробно. Сперва я вам, наверное, сделаю вот такие вот измерения. Здесь сумочка где-то 19 сантиметров. И высота 13 сантиметров высота. Давайте мы сделаем теперь вот так. Сейчас камера сфокусирует и уже начнем разглядывать подробно. Очень красиво. Мне понравился материал. Прям, ну, не знаю, знаете, идеальный. Вот для меня он просто супер. Здесь мы видим значок коллаборации Avon и Kenzo Takada. Это цветок фиалки. Он сам его разработал. Далее. Дно. Здесь вот оно, знаете, расширено немного. Тут сумочка слегка сужена. Тоже такой вот принт под кожу рептилии какой-то. Здесь сумка выполнена таким образом. По бокам тоже под рептилию. И фурнитура. Фурнитура, конечно, шикарнейшая. Мне понравилось. Все так цивильно. Цепочки замечательные. И после цепочек идет такой вот ремешок. Длина, кстати, на 1,64 м. Мой рост тоже подошла. Все супер, все идеально. Далее, ну, это мы все уберем чуть позже. Лейблы. Сумка открывается на кнопочке. Просто суперенный подклад. Очень-очень плотный. Носиться будет качественно, здорово. Как вы видите, здесь также у нас красивые фиалки, которые рисовал сам Kenzo. Внутри одно отделение и отделение под змеечки. Под змеечкой, где обычно я ношу денежку. Деньги с собой ношу редко, в основном карточки, но наличка все-таки нужна. Так, далее я приготовила каталог эйвонский, чтобы вы понимали. Объемы этой сумки. А вот так вот легко он не влезет. Но если постараться, то пропихнуть вполне можно. Но опять же, как вы видите, по высоте он не влезает. То есть так вот. Вот так где-то чуть побольше полкаталога вмещается в эту сумочку. В эту сумку влезет кошелек. Ключи, карточки, что еще, помадка влезет. Ну, в общем, такая вот сумка на каждый день, я бы сказала. Блин, не то сказала. Красную сумку на каждый день носить, конечно, мы не будем. И вообще немного, я, знаете, вот расстроилась, что сейчас уже такая поздняя-поздняя осень. Мне ее не с чем носить. Блин, вот не знаю, может, на какие-то новогодние праздники куда-то пойдет. Вот как-то нет у меня такой одежды, которую сейчас можно было бы ходить с этой сумочкой. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, она мне очень греет душу, потому что она такая классная, она просто супер. И обратите внимание, да, цвет, мне кажется, он не красный, он ближе как-то к коралловому, к яркому, такому насыщенному коралловому. Ну да. Не красный, конечно, не красный. Вот. В общем и в целом, сумочка, девочки, я очень-очень довольна. Очень приятно, знаете, приобрести брендовую такую вещь от самого маэстро. И тем более, конечно же, за такие деньги. В бутиках вещи от Kenzo стоят в 5-10 раз дороже, чем мы можем приобрести мы с вами, да, представители. Тем более, если вы зарегистрированы представители, у вас еще скидка минус 30%. Ссылка на регистрацию
под этим видео. Конечно же, должна была это сказать, правда? Но и даже по цене клиентской в каталоге 2100, по-моему, да, она стоит, если я не ошибаюсь, все равно это просто суперская цена. Благодаря Avon и коллаборации с Kenzo Takada, мне кажется, у каждого есть возможность приобрести такую классную вещь. Вот, поэтому я очень-очень довольна, девочки. Если вам казалось полезно, обязательно ставьте пальчики вверх, буду вам благодарна. А, возможно, я что-то еще вам не сказала, потому что тороплюсь на самом деле. Пожалуйста, пишите, и я вам, конечно же, отвечу. А, вот интересно, у нас еще впереди от Kenzo Takada в коллекции есть большая сумка, кошелечек есть, шарфы, путуника, да, коллекции бижутерии, кто-то что-то будет заказывать, я буду точно, а вы? Ну все, пока-пока и до новых встреч в моих новых видео.